Шире шаг. Активнее машем руками. Энергичнее. Jumping jacks сжигают много калорий. Вот так. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, не забываем про спину. Живот подтянут. Пальчики все поняли? Ага. Ага. Давайте со мной. Не, нам и тут хорошо. Угу. Вы скоро вообще ходить разучитесь? Так все равно никуда выходить нельзя, мы уже 2 недели дома сидим. Угу. Ну, по квартире хотя бы можно ходить? Так, вставайте, у меня есть для вас специальный коврик. Что, спина? Да не, помоги встать. О, пойдем. Сегодня на канале Илья и Картонка мы будем играть челлендж «Не вступи в слайм, чтобы выжить». Илюша, крути, ты будешь первой, давай. 4 шага нужно сделать. Отлично, будешь делать 4 шага, ну и, конечно же, с закрытыми глазами. А я сейчас эти слаймы перемешаю, чтобы Илюша не помнил и не знал, где они находятся. А то он запомнил, где они. У нас хитрюшка. Мне тут все равно немного видно, да. Вот куда ты смотришь. У меня света нету. Ну, а самое главное, ступать нужно полной ногой. Поднимаете ногу и так ляп, ляп, чтобы чавкало, да? Делаем 4 шага вперед. Если ногу одну поднял, значит, ставить ее можно теперь только вперед. Давай, начали. 1, 2. А, есть один, есть один. Давай продолжай еще. Продолжай. Поставь ногу, поставь. 3 и 4. Окей, хорошо. У тебя 1 очко. Ну, не так и плохо. На самом деле могло бы намного хуже. Вот в этот вот. А можно я теперь похожу? Хорошо, иди, ходи. Подожди, я запомнил. Нет, не надо тебя перемешивать. Ну, можно не перемешивать, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А, он же спиннер не крутил. Блин. Тогда подписывайтесь пока на канал. Я напоминаю, что вы приходили в наш инстаграм. А пока вы подписывайтесь, я кручу спиннер. Вот так. 3 шага всего лишь. Вот ты везунчик. Подписались, значит, молодцы. Лайк поставили, умнички. Погнали завязывать мне глаза. Ты готов? А, да, готов. Можно мне палочку? Давай, нет, палочку нельзя. Итак, 3 шага. На голос иди. На голос. Вот так, да. Давай, начали. И... Ага. Раз. 2. Дадим, ага. Нет? Нет. Так, и 3. Да ты счастливчик. Немножко задел. Я задел? Чувствую. Я чувствую, задел. Хорошо. Мамочка, ты ходишь. Можно я сама себе завяжу глаза? Ну давай, уже разделась. Давай, Илюха, мешай тогда слайма. Подождите, я готова. А где этот спиннер? Сейчас, я к тебе его поднесу. Подожди, Илюха, перемешай. Я готова, смотри. Ты же не обманешь меня, нет? Я тебя не обману, нет. Сколько там? 0. Ты не крутила. Давай, давай, давай. И здесь у нас выпало... Сколько? 12 шагов и плюс 3 слайма. Не может быть. Такого там нет, такого значения я помню. 6 шагов и минус слайм. Значит, на самом деле... 6 и минус слайм. 6 шагов и минус 1 слайм. Илюша, вот, убираешь... У меня будет 4 слайма. А, вот Илюша уже убрал, да, один? Да. Крутись. 1, 2, 3. Стоп, стоять. Начали. 1. 1. Чуть камеру не убила. 2. Давай. Задела? Вступила. Задела. Задела. Так, секундочку, теперь... А, ну давай, продолжай. 3. А, хорошо, молодец, правильно идешь. 4. Эй, ты заступила, вот коврик левее. Да, поправляй. Я же очень хорошо, тогда я свой 4-й шаг делаю левее. Поправляй, маму, давай. 4. Хе-хе, еще один. Ничего себе. Так, подожди, у тебя еще 2 шага. А там еще впереди есть? Ходи, ходи, ходи. Хорошо, 5. Вот так, все, вышел за пределы коврика, иди в самое начало. С этим всем идти? Нет. Да подожди, стой, куда ты почопала? Ладно, иди в самое начало уже так. Все мимо пули прошла. Топтала весь коврик. Короче, я предлагаю этот раунд маме не засчитывать. Она тут такого натворила. Нужно сделать еще 2 шага, да? Да. Я просто говорю, что 2 раза я уже вступила в слайм. 3. А все остальное не считается. Это то, что ты здесь. Хорошо, 2 шага. Давай. 1, 2. Дядя. А сейчас я куда-то встаю, я уже ничего не чувствую. Все, уже снимай повязку, все хорошо. А теперь смотри, что ты наделала.
Ульи один, у тебя один, у меня не знаю, зрители решат. Два. Поэтому пишите, пишите нам в комментариях, я не знаю. Куда в комментариях? Разве что только в Инстаграм. В Инстаграм. Ну давай сильнее, сильнее. Пожалуйста, троечка. Пять шагов. Ну, где там твои глазюки? Давай. Поймай все пять, давай. Окей. Раз. Два. Что, подглядывать, что ли? Нет, смотри. Нет. Три. Давай, ходи, только ходи. Сейчас. Так, назад. Заступил за коврик. Шаги. Три. Пять. Вот. Я не понимаю вообще этого ребенка. Куда ты пошел? Подожди, я ничего не понял. Стоп, как это? Шесть. Я придумала. В следующий раз Илюша идет по коврику спиной. Да, договорились. Да, давай так. Третий раунд, мы все идем по коврику спиной. Да. Хорошо. Крути. Да. Так, что тут у нас? Пять шагов минус слайм. Пять шагов минус слайм. Один убираешь, перемешиваешь все остальные, чтобы оставалось четыре. Вот сюда. Да, давайте. Ты готов? Да. Пять шагов. Да. Мы все их считаем. Один. Ага. Два. Угу. Три. Тихо. Вот так. Смотри, тут остался 1 сантиметр до него. Да ты везунчик. Это же прекрасно. 3 шага. Тебе нужно сделать еще 2. Ты сейчас делаешь вперед. Давай. Так. Есть? Нормально? 4. И где-то здесь коврик, наверное, заканчивается. Да. 5. Как это происходит? Я не знаю. Почему? Почему одна я собрала все это минное поле, а вы оба? Вообще, вы подглядываетесь? Мы тебя очень любим. Нет, я не подглядывал, но на самом деле ты просто у нас самая везучая мамочка на свете. Ну хоть в этом челлендже мне повезет. Не знаю. Я проиграю. Опять 6. Ну хорошо, спасибо, что хоть не плюс слайм. Завязывай глаза. Сейчас тебе надо поправить сюда вот так вот на носик, да, хорошо? Да. Сейчас я думаю логически, куда она может вступить. Она я может... могу вступить куда? Она может вступить в слайм, в ковер, еще куда-то. Куда ты поползла уже? Я пытаюсь встать. Если бы вы знали, как вообще без зрения тяжело, основываясь только на других органах чувств. Куда ты, на кухню пошла? К холодильнику, что ли? Давай, я помогу тебе, давай. Руку. Тихо, стой, тихо, стоять. Так, подходи сюда, вот здесь вот стой. О, муж. А что ты не бритый такой? Я тут не замечала, может ты побреешься наконец-то? Давай-ка ты. С дивана уже встал, уже можно. Все, стоять, все, давай, начали ходить. И... Отлично. Один. Да что такое? Хорошее начало пути. Давай, продолжай. Два. Так. Три. Отлично. Пять. Второй задели. Четыре. Она собрала 3 слайма. Пять. О, коврик закончился. Ну, почти, да. Давай, сделай шаг еще. 6. Уже 5 у меня. Да. У вас 1, а у меня 5. Прекрасно. Я с вами больше не играю. Что это такое? Хорошо, ладно. У нас остается 3-й раунд, я вас обыграю. Я сейчас как-то такую стратегию на коврике этому строю. Вам мало не покажется, обоим причем. И если помните, мы идем задом наперед. Вот так вот. И 6 шагов. 6 шагов и ничего не добавляем. Ты становишься спиной к коврику, я перемешиваю слаймы на нем, и ты вступаешь во все 5. Договорились? Давай. Один. Один есть, хорошо. Один есть. Так, два. Какой-то странный шаг. Ты, пожалуйста, к центру больше. Давай. Три. Что это такое? 3, окей. 4. Ну давай. 5. Все, вышел. Значит, солнышко, ты 1 раз вступил и еще 2 шага ты делаешь. Давай. Давай. 5. Я не вступил. Не вступил. Нет. Не вступил. И последний. 6. Отлично. Все. Тихо, стой. Стоять. Красиво, как смотрите. О, как это хорошо. Всего лишь. Причем он 2 раза в 1 тоже вступил. Но считай, что ты все равно у меня победил, потому что у меня 5, а последний раунд я еще не играла. Ага. Я буду крутить спиннер. А где?
И напоминать вам, что вы подписались на наш канал, чтобы обязательно поставили нам лайки и обязательно смогли написать комментарий нам в Инстаграме, потому что комментарии в Ютубе закрыты. 4 шага я должен сделать. Ты готов? Готов. Да. Начали. 1. Типа, ты еще же не упасть бы надо. 2. А можно ближе к центру? Это было 3? Да. Да что ж такое? 3. И? Я тоже это чувствую. Но у меня 2 всего. Скажи, пожалуйста, ты сразу наденешь маску или сначала покрутишь? Нет, я же хочу просто увидеть масштаб трагедии. Масштаб трагедии будет заключаться в 5 шагов на минус 1 слайдина. Вот 4 уже осталось. 4. Давай, ходи. Начали. 1. Так, действительно 1. Согласен, да. 2. Выходишь за пределы. Сейчас, мама. 3. Давай. 4. Да на Илюху вступила. Снимай. Я знаешь, почему умничка? У меня получилось поднять вас с дивана. И поэтому считаю, что я победитель. Давайте договоримся. Вы сейчас встали с дивана и подвигались. Не переживай за нас, мы гуляем. Илюш, иди сюда. Сейчас. Пойдем, я покажу. Мы гуляем. Ты пока тренируешься, мы обычно гуляем. На вид красивый смотрим. Мы гуляем. Я скажу, мне нравятся такие прогулки. Можно я тоже с вами погуляю? Да. А есть что вкусненькое? Тебе нельзя. Как это нельзя? Для тренировки. На наш канал обязательно подписывайтесь. Если вы еще не подписались, вбегайте. Напоминаю. И вот такие тренировки, это самое оно. Главное, вовремя скакать и прыгать. Давай. Прыгай. Ты гуляешь и тренируешься? Да. Давай, демонстрируй. Смотрю на пальму.